Привет, меня зовут Бузи, и добро пожаловать в проклятый Tower Defense в Роблоксе. Итак, ребята, мы с вами находимся в ужасном особняке с привидениями и с различными монстрами. Наша задача оборонять этот особняк от ужасных монстров, но для начала нам нужно с вами посмотреть, какие здесь есть персонажи. Вот этого зеленого я получил на старте. Также здесь есть чумной доктор, эпический, секретный... Кто это? Что это? Что-то крылатое, похожее на ангела. Вампир легендарный. И мифическая нежить. Итак, отправляемся на наш первый уровень. Мы с вами должны заработать немножечко денюшек для того, чтобы купить себе новых персонажей. А, выберите этаж. О, я могу получить тоже какого-то редкого монстра шансом 2%. Где я нахожусь? Что это за жуткая картина? И откуда пойдут монстры? Пока что непонятно. Так, нажимаем с вами начать игру. Окей, я поставлю сюда спецназовца. И сейчас он будет уничтожать вот этих... зомби-нубов! Нифига себе, что у них шеи! Ёлы-палы, как же жутко они выглядят. Окей, хорошо, мы с вами, по-моему, заработали $325. Тогда поставим сюда сразу же второго спецназовца. Могу ли я этих как-то прокачать? Да, смотрите, апгрейд будет стоить целых 400 баксов. Блин, как же я потел на Tower Defense, чуваки. Если вам нравится Tower Defense, обязательно поставьте лайк под этим видосиком. Сколько здесь всего волн? Всего 8 волн? Да, сейчас будет идти у нас вторая волна, третья волна. Мы получили с вами награду. Давайте-ка мы улучшим нашего первого спецназовца, который будет отстреливать вот этих вот призраков. Кстати, призраков они тоже видят, судя по всему. Они видят призраков. Нам осталось с вами пройти буквально 5 волн, и мы с вами отправимся на следующий этаж, я правильно понимаю? Хорошо, что я до этого уже играл в Tower Defense и плюс-минус понимаю, как здесь все работает. Если бы я сюда впервые зашел, то, наверное, бы я проиграл 100%. Ёлы-палы, не хотел бы я спать на такой кровати рядом с такой картиной. Настало время поставить сюда еще одного спецназовца. Третьего по счету. Давайте-ка, может быть, сможем прокачать этого чувака до третьего уровня. Да, наверное, сможем. Тут уже идет у нас призрак. Призрак, у которого 350 жизней. Ой-ой-ой, ёлы-палы, они прям проходят очень быстро. Так, давай, дружище, ты должен всех перехватить. Давай, 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 давай. Черт, она на полпути уже. Нет, призраки сейчас пройдут к выходу. Нет. А, всего 20 жизней потеряли. О, это что, блин, за сороконожка такая сраная? Этого чувака я тоже заапгрейджу до фиолетового уровня. Хорошо, одного монстра мы пропустили, но следующих мы точно не пропустим. Это я вам обещаю. Всего мы можем поставить около 10 юнитов. Давайте. Чем больше юнитов мы с вами раскидаем, тем будет лучше. Давайте еще, может быть, где-нибудь на финише одного поставлю. На всякий случай. Так, 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 идут, идут эти сороконожки. А, сраные сороконожки. Ненавижу сороконожек. Так, этого мы с вами прокачаем. Окей, теперь этого прокачаем. Давайте дадим ему третий уровень прокачки. Все, мимо нас точно никто не пройдет. Это 7-я из 8 волн. Сейчас будет самая тяжелая волна. Просто приготовьтесь, чуваки. Как жаль, что у нас самые базовые персонажи. Наверное, еще одного могу поставить. Окей. Я поставил здесь полностью весь свой отряд. А теперь идет главный босяр, у которого 2500 жизней. Просто офигеть, офигешеньки. Рядом с ним идут груджи. Что это за монстры? Это какие-то ночные кошмары, у которых иглы из головы торчат. Срочно нужна прокачка для всех наших персонажей. Че, мы его почти снесли, да? У него осталось 700 жизней, но он точно дальше уже не пройдет. Мы его 100% уничтожили. 3, 2, 1... Мы с вами победили босса! И мы с вами получили 51 кристалл и 70 опыта. Серьезно, что ли? Ежедневная награда 50 звездочек. Какой-то подарочек. Давайте-ка мы его соберем. Еще 5 звездочек. А что такое урны? Эпическая урна. Премиальная урна. Не знаю, что такое урны. Прошу прощения. Так, давайте попытаемся с вами призвать еще какого-нибудь персонажа. Надеюсь, там сейчас выпадет Лего шансом 5%. Это было бы невероятно круто. Открываем, и нам выпадает какой-то радиоактивный чувак. Радиоактивные люди. А почему его нет в списке? В списке этих персонажей, я что-то не понял. Вы видите, здесь вот есть редкие, а чувака в противогазе нету, что очень странно. Так, давайте еще раз откроем контейнер. Оу, мне выпала лисица. Whiskers Legendary. Какая-то легендарная лисица. Это у нас Лего, которая выпала шансом 5%. А где посмотреть вообще всех персонажей? Что-то я не совсем понимаю. Хорошо, тем временем у нас уже есть два персонажа.
персонажей, я думаю, что мы с вами должны попробовать пройти следующую локацию. Прошлая локация это была спальня, значит следующая должна быть... I don't know, честно. Ага, подняться на второй этаж. Неужели мы с этим хрюнделем будем сражаться? Первый этаж мы с вами прошли с небольшим трудом. Судя по всему, вот отсюда они будут выходить, вот эти вот чуваки. Что это? Комната номер 2. Что это за комната непонятная? И там голова свиньи над ней висит. Тогда я думаю, что стоит поставить этого челика где-нибудь вот здесь. Начинаем первую волну. Нам сразу дали 1000. А-а-а, ничего, в две стороны пойдут эти чуваки. Нифига себе. Этого с огнеметом сюда и этого с огнеметом вот сюда. А это что за гостиная такая? Судя по всему, мы отсюда как раз таки приехали. Это совмещение какого-то режима Doors и чего-то еще. Пока что непонятно чего. Так, у этого урон 4-5 урона, у этого 2-3. Ну вот этот чувак однозначно покруче. Значит, его стоит прокачивать. У него есть вот этот вот токсичный луч. И вот этих чувачков тоже стоит нам прокачивать. Опа, пошли Франкенштейны. А, нет, это какие-то оккультисты. Так, давай-ка я тебя тоже прокачаю до 2 уровня. Окей, здесь у нас на этом этапе уже будет целых 10 волн. Что достаточно криповенько, скажу я вам. Давайте сюда еще одного спецназовца поставлю. Вот так вот, вот так вот. Гасим Груджи, гасим Груджи. Что-то они как-то проходят. О, нет, только не Грудж. Он же сейчас пройдет, он же сейчас пройдет. Давай, 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 давай. Надеюсь, у тебя большой радиус атаки. Давай, ты его почти уничтожил. Молодец, у него осталось 20 хп. Ёлы-палы. Ты чё, блин, серьезно что ли? Как ты его пропустил? Ладно, поставлю сюда чувака 1 уровня. Чё, следующая волна уже началась? Я не был к ней готов. Я не успеваю, чуваки, если честно. Прокачал до 3 уровня этого спецназовца. Теперь у него 5 урона в секунду. Это 4 волна. Мы с вами чуть было не пропустили одного челикса. Призрак, у которого 350 хп. Ладно, мы его запросто вынесем, я так думаю. Окей, этого заапгрейдим до 3 уровня. Вот этих боссов мы с вами запросто забираем. Этого чувака я прокачаю сразу же, чтобы у него было еще больше урона. 7,5 урона в секунду. Неплохо. Ну, справляемся со всеми монстрами. Они пытаются идти в разные стороны, но ничего у них не получается. Я хочу поставить сюда свою Легу за 800. Так, 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 так. Этого до 3 уровня вкачали. Следующий призрак идет по 350 жизней у них. Окей, нам нужны дополнительные юниты. Нам нужны дополнительные юниты, чтобы мы точно никого не пропустили. Ставлю здесь лисицу. Сколько урона? 72? Ты серьезно? Это что за имба-то такая? 1300 стоит прокачка его до следующего левела. Офигеть. Нашего паренька 1 уровня, спецназовца, тоже прокачаем немного. Раз, два. Ну, до 3 уровня достаточно. Следующий уровень прокачки будет стоить намного дороже. И куда бы установить эту лисицу? Давайте вот сюда я ее установлю. Она телепортируется и сразу сносит 72 хпшечки. Хорошо, что мы с вами получили Лего именно на этом этапе. 1300, вкачал, вкачал, вкачал его. А, это не лисица, это рыжий енот, судя по всему. Я не знаю, ребят, напишите прямо сейчас в комменты, лисица это или енот рыжий. Рыжий енот. Так, сколько стоит прокачать этого челика? 2000. Ладно, давай до 3 уровня вкачаем. Сколько теперь у него урона? 309 за один удар! Ты чё, псих, что ли? Я не понимаю. Ну, по-другому я это точно назвать никак не могу. Все, теперь мимо нас точно никто не пройдет. Мы с вами на 9 волне. Но у нас с вами есть леги, которые мы с вами абсолютно халявно выбили. Я же еще в этом ролике даже не донатил, что очень странно для меня. Вам так не кажется? Мне кажется, пози и донат это два одинаковых слова, да? Могу поставить эту лисицу вот сюда, могу поставить вот сюда. Ну, в общем-то, все, к боссу мы с вами вполне готовы. Ой-ой-ой, как они быстро телепортируются. Это как чуваки с вантузами в Skibidi Toilet Tower Defense в оригинальном. Там, где они летают и быстро атакуют каждую секунду. Последняя волна, готовы к боссу, ну с боссом мы с вами разберемся очень быстро, я в этом уверен. Сейчас будет самый быстрый спидран по боссу, засекайте просто. Да-да-да, мы ему снесли уже 1000 жизней, хотя мы только с вами начали. Здесь тебя поставлю, давай здесь еще лису поставлю и тоже вкачаю. Ой-ой-ой-ой-ой, снесем, снесем этого мясника. Блин, нет, он как-то слишком уверенно идет. Давай-давай-давай, все бабки потрачу на прокачку. Все, фиг пройдет, а, просто фиг пройдет. 700 жизней осталось. Давай, давай, давай. Мы почти завалили мясника. Он может, кстати, нам выпасть шансом 2% за прохождение уровня, и мы его не получили. Я получил винстрик 1. Что ж, мы с вами проходим на следующий этаж. У нас есть с вами 63 звездочки. Давайте опять попытаемся кого-нибудь выбить. Пожалуйста, вампира. Или, может быть, вот этого мифика. Будет очень круто, если выпадет вампир. И нет, нам выпадает спецназовец. Обломись-то, так сказать. Обломись-то. Подарок халявный. Что это за штука такая непонятная? Давайте мы с вами сейчас задонатим немного роботов.
робуксов. Секретный персонаж, тоже какой-то вампир, стоит 2500 робуксов, что очень дорого. Люцифер стоит 3500 робуксов. Стоп, а эти урны, это, по-моему, донатовские урны, я правильно понимаю? В премиум урнах содержится 5 разных героев для того, чтобы ты их смог собрать. Погодите. Ладно, давайте я куплю сейчас 10 урн за 1250 робуксов, а вы поставьте лайкос под этим видосом. Давайте мы с вами откроем одну урну и посмотрим, что отсюда выпадет. Та-дам! Ghost Hunter! Охотница на призраков. Так, давай-ка еще разочек откроем. Фантом легендарный. Нифига себе. Плюс одна лего в нашу копилку. Ребята, наш арсенал усиляется. Опять Ghost Hunter, охотник на призраков. Наверное, можно продавать персонажей, которые у тебя повторяются. 100%. Либо, может быть, их можно как-то улучшать. Просто было бы тупо, если бы они этого не сделали. Так, опять Ghost Hunter. Давай, следующую открываем. И опять Ghost Hunter. Что-то какая-то фигня из этих урн выпадает одна. Если честно, всего одна лего нам выпала. Один эпик, потому что это фиолетовый цвет, прям как в Бравл Старсе, чуваки. Итак, у меня осталось две урны. Предпоследняя урна, Ghost Hunter. И последнюю урну с вами открываем. Та-дам! Вау! Мифик! Нифига себе, как же он эпично выглядит. Так, наши герои. Ну что ж, я думаю, что мы с вами сейчас кого-нибудь экипируем. Я думаю, что мы с вами сейчас уберем 100% спецназовца. Он нам вообще не нужен. 10 тысяч стоит его заспавнить, Shadow Fenda. Нифига себе! Это очень дорого. Ну что ж, давайте попытаемся с вами пройти сейчас третий левел. Комната номер 3. Почему я не могу ее пройти? Я же вторую комнату прошел. Тут был как раз таки мясник. А, теперь здесь будет повар. Судя по всему, на этом уровне сразу две комнаты находятся. Так, мы приехали. О, тут у нас пир. Вы посмотрите-ка, а? Какой здесь пир, интересно. Голова нубасика в моркови. По-моему, звучит не так аппетитно. Так, а откуда пойдут-то эти чуваки? А, комната 2. Ух ты. Черт возьми. Она же реально очень короткая. Здесь могу кого-нибудь поставить? Окей, раз. Два. Три. Так, несколько таких чуваков поставили. Хорошо, они идут из холодильника. О, это реально мясная лавка. Здесь мясо висит повсюду. Блин, прикольно, что в этом режиме все локации отличаются. Так, 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 проходит этот чувак что-то... Эй, ты просто взял и прошел? Ты серьезно? Вы как здесь оказались? Они с двух входов идут. Черт, мы с вами заруинили весь уровень. Так, ладно, давайте охотницу на призраков. Поставим здесь, прокачаем ее несколько раз. Давай, 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 давай. Ты сможешь защитить нашу базу. Блин, нет, ребят, мы походу здесь прямо сейчас и сольемся. Блинский, только не говорите, что мне придется все начинать сначала. Нет, я хочу заново начать. Они будут идти сразу с двух сторон. То есть вот отсюда и отсюда. Хорошо, я думаю, что здесь нам стоит немного укрепиться. Вот здесь... И вот здесь. Здесь я дам прокачку челику. Окей, с этой стороны нам тоже нужно укрепить. Здесь идут у нас зомби-нубасики. Блин, а чё ж мы уничтожить-то никого не можем? Так, монг прошел. Хорошо, вторая волна начинается сразу же. Чё-то как-то быстро здесь волны наступают. С этой стороны у нас идут призраки. Давай, улучшение, улучшение. Больше урона, больше урона. Давай! Прошли, ёлы-палы. Просто свободно здесь гуляют. Так, что бы мы могли с вами сделать? Охотницу на призраков здесь поставлю. Блин, тут, наверное, просто будет решать количество наших юнитов. 100%. Давай, давай, давай. Помогите мне нафармить сейчас на лисицу. Помогите мне сейчас нафармить на лисицу. Все, спавним здесь лисицу. Да-да-да, отличный урон пошел у нас. Теперь вот этих ребят прокачиваем. Да-да-да-да, отлично справляемся. Здесь мы с вами сделали сразу несколько улучшений. Вот такие вот мы сильные, а. Нет, еще один прошел. Черт возьми. Они слишком быстрые. Нужно больше лисиц. Окей, окей, окей. Я вас услышал, ребята. Нужно больше лисиц ставить. Нужно вообще все деньги сливать именно на этих лисиц. 100%. На, мимо лисиц этих точно никто не пройдет. О, нет. Нет, проходят. Все проходят мимо. Как мы сливаемся третий раз подряд. Блин, вторая комната реально очень сложная. Давай, еще одна попытка. На фоне короткого ставим двух вот этих челиков. А лисиц поставим здесь. Все, пускай атакует. Сносит нубов на самом спавне. А этих челиков мы, походу, сольемся сейчас им. Блин, что за фигня? А, все, уничтожен. Охотниц на привидений ставим. Прям много ставим, желательно. Да, вот так вот. Мы не напрягаемся. Так, призраков уничтожаем.
Вот так вот. Чем больше мы поставим вот этих вот юнитов дешевых, тем будет лучше. Эта тактика пока что работает. Я никого не прокачиваю, как вы, наверное, заметили. По-моему, я поставил максимальное количество вот этих охотниц на привидений. У них прям самый максимальный урон, который только может быть. Теперь давайте поставлю лисиц. Пока что у нас 100 жизней держится. По-моему, очень даже неплохо. Так, вот тут челики просто пройти не могут. Не могут. Уничтожаем. Босса забираем. Отлично. Теперь мы с вами ставим фантома. Вот так вот. Первую легу с вами поставили. Точнее, нет. Второго нашего нового эпика. Давайте этих ребят побольше нужно нам поставить. Побольше. Чем больше, тем лучше. Мы защитили полностью наш выход. Теперь нам нужно с вами накопить каким-то образом 10 тысяч. Вкачиваем лисиц. Фантомов, наверное, тоже стоит прокачать. Стоит прокачка по 1600. Сейчас второго фантома вкачаю. Ой-ой-ой. Вот здесь сейчас идет прям жесткая волна. Что-то мне это совершенно не нравится. Так, еще одну лисицу поставлю. О, да, ребята, мы справились с самой опасной волной, судя по всему. 10 тысяч получится у нас накопить, чтобы поставить Shadow Fenda мифического. Наверное, должно хватить нам. Рано или поздно накопим, короче. Все, лисиц 5 из 8 я поставил. Я думаю, что вот этих вот ребят мы еще поставим. А, нет, все, больше я не могу никого ставить. Должны накопить 10 тысяч, осталось буквально 2 волны. Мы вроде как и так справляемся. 10-я волна все еще идет. 7 тысяч есть. Я готов к нашему мифическому. 2000 просто дайте мне еще. Готов! Ставлю здесь мифика! Нифига себе! 900 урона, скорость атаки 0,33 секунды. И 12,5 тысяч будет стоить следующая прокачка. Очень хорошо, что мы с вами выбили этих юнитов. Сейчас будет самая мощь, так сказать. И 15 тысяч мясник идет. Мясник, у которого 15 тысяч жизней. Блин, а из какой стороны-то он пойдет? Наверное, вот отсюда. Да-да-да, он идет именно оттуда. Так, здесь мы челиков забираем. Нормально, пока что тут справляемся. Мясник и повар. Ху-ху-ху! Сразу два босса, что за фигня? Я думаю, что им нужно встретиться с моей легой. Сейчас, когда они здесь пойдут, мы сразу же начнем ставить еще одну эту легу. Посмотрим, на что он способен. Понеслась! 900 урона, раз! 2900 урона! Что-то как-то проходит этот мясник. Мне это не нравится. Давайте-ка мы с вами сделаем сейчас все апгрейды возможные. Все, осталось только снести шефа. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то шеф действительно какой-то мощный. Так, лису прокачиваем. Вы посмотрите, у него осталось 1500 жизней. Мы уничтожаем шефа, и мы с вами прошли вторую комнату. Офигеть, как это было сложно. Вот это я понимаю проклятый Tower Defense. Итак, давайте откроем эту гробницу разочек. Спецназовец. Класс. Ну что ж, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видосах. Адиос.